Анонс и точный до выхода третьей серии четвертого сезона сериала «Новенькие». Третья серия сериала выйдет на интернет-портале «Старт» 31 августа. Ранее в сериале мы увидели, как Макс вернулся из армии и организовал для Сони пышную свадьбу. Но невеста почему-то совсем несчастлива. Девушка забирает маленького сына и уходит к своему другу Диме. Однако герои не успевают разобраться, кто будет воспитывать малыша. Ребенка похищают прямо с детской площадки. Соня уверена, что это сделал Макс. Чтобы найти сына, они возвращаются в Юровск, куда их вновь приводят все следы. Третья серия сериала выйдет на портале «Старт» 31 августа. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.